This is the future. Ну что, всем здорово, бойцы! Как всегда, с вами Райс. И сегодня у нас на повестке дня игра, которая не нуждается в представлении. Это Brawl Stars, ребята, да. Когда-то эта игра была на хайпе, может быть, даже сейчас, имеет очень большую аудиторию. Наконец-то я добрался сюда. Взгляд новичка, впервые захожу в Brawl Stars. Обзор или Let's Play, не знаю, что это такое, называйте как хотите. Ну, в общем, не вздумайте подписываться, напишите в комментариях о Боба, и мы погнали. Так, привет, я Шелли, давай-ка соберем эти кубики усиления. Зажми и потяни синий джойстик. Хорошо. Ой, как медленно ты двигаешься. Может, если я соберу все кубики, я буду двигаться быстрее? Надо срочно это проверить. Так, нужно собрать все. Это мои кубики усиления. Так, ну я собрал. Молодец. Хорошо. Что дальше? Так, дальше будем файтиться, да? Красный джойстик. Прицеливание. Отпусти. Так, бамс. Еще раз. По той же схеме. Бабам. Бабам, блин. Поехали. Хорошо. Все. Отлично, оранжевые полоски отражают количество твоих боеприпасов. Буду перезаряжать так быстро, как могу. Хорошо, а где оранжевые полоски? А, вижу оранжевые полоски. Так, тихо, вы меня будете атаковать? Нажми красный джойстик, чтобы выстрелить по ближнему врагу. Подожди. А, так тут так можно, что ли? Подожди. Да, это легко. Пока легко. Но это туториал обучения, тут и должно быть легко. Молодчина. Атака врагов заряжает твою суператаку. Хорошо. О, какой-то мини-босс. Зажми и потяни, чтобы прицелиться. Бам. Бум. Все. Ты прирожденный боец, а теперь задай им всем жару. Хорошо. Играю с Poco X3 Pro, как обычно, мой боевой друг и товарищ. Добро пожаловать в Brawl Stars. Как тебя зовут? Окей. Так, и вот так. Хорошо. Укажите свой возраст. Ой, мне стыдно. Тут в эту игру такие, как я, не играют. Окей. Играть. Все. Одиночное столкновение, бой на выживание. Каждый сам за себя. Let's do this. Осталось 10 бойцов, чтобы стать сильнее, собирай кубик усиления. Так, стоп, стоп, вы что, ребят, а это уже что ли это? Подожди, сетевуха что ли, нет? Не пойму, подожди, они меня убьют сейчас. Перезарядка, бамс. Они собирают кубики, тихо. Тихо, 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 сейчас убьет. Так, нет, отлично, отлично, мой кубик. Мой кубик. Нет, это походу боты, да? Или нет, или это люди, подожди, у меня сейчас... Если бы это были люди, они бы давно меня уже убили, скорее всего. Дай кубик, это мой кубик. Сейчас убью, сейчас убью. Так, убил, и с нее два кубика выпало, отлично. Так, еще кубик, офигеть. Так, еще два кубика. Надо, надо, надо их забрать, тихо, тихо, ты что творишь? Шестой бот, да, это боты, их даже зовут шестой бот, пятый бот и так далее. Так, отлично. А, ну все, все мертвы, получается. А зачем кубики тогда, если надо... Зачем кубики усиления, если суть в том, чтобы всех убить? Ты лучше всех, хорошо. Так, это были боты. А если я буду... Бравл Пасс, 0.75. Ууу, светлячок Рика. Большой ящик. Я могу открыть сразу какой-то кейс. 51 монета. Разблокировано улучшение. Отлично. Отлично. Так, улучшение это хорошо. Но что мне с ним делать? Я пока что не представляю. Новое событие. Ух ты. Не знаю, ладно, погнали. Поиск игроков. Найдено 10 из 10. Ну, конечно же. Это уже, я так понял, живые или это все еще боты? Подожди, я пока не пойму. Каждый сам за себя. Эту бочку можно разбить? Нет, вообще, извиняюсь. Она не разбивается, да? Бочка не разбивается. Чтобы стать сильнее, собирай кубики усиления из сундуков поверженных врагов. Так, вон там какой-то сидит чухан. А, это сундук, нет, подожди, мне надо сначала сундук забрать. А что за значок? Значок сети какой-то неправильный у меня. Так, одно усиление и готово. Как будто у меня плохая сеть. Так, смотри, KZ какой-то. Нет, это походу уже люди, офигеть. А где они все? Они что-то... Держись подальше от подступающих ядовитых облаков. А, тут сужается, я так понял, круг. И все, и в конце мы останемся с ними. Так, тихо, ребят, тихо. Тихо, ребят. Ой-ой-ой, у него какой-то... Какой-то тяжелая атака у него. Он умер? Он жив!
Он меня сейчас убьет. Он меня сейчас точно завалит. Или я его, подожди. Не, они слишком сильные, поражение. Ну, конечно, у них какие-то пухи навороченные. У них какие-то очень навороченные пухи. Они кулаками месят просто. Третье место. А, ну, за место тоже дают приз. Так. Жетоны в награду. 22. Отлично. Не, ну так можно и прокачаться, собственно, да? Так, что там мне дали? Ящик. Давай, открывай. Монеты. Очки силы. Можно улучшить. Хорошо. Новый рубеж, боец. Нита какой-то. Нита. А, как мне... Подожди, бойцы. Улучшить. Давай улучшим. И еще раз улучшим. Все, больше не могу улучшать. Уровень силы 3. Отлично. Ну все, поехали. Не, ну я не понял. Это было сложно, но мне надо выиграть. Надо занять топ-1. Я не понял, что это вообще было. Так, поехали. Они слишком сильные какие-то. Так, тихо. Не-не-не-не-не. Я с тобой, брат, не хочу связываться. Он... Почему он такой быстрый, а я такой медленный? Тихо, сволочь, тихо. Он забрал мой кубик. Кубик с усилением. А, он почти помер. Надо его наказывать. Наказывать. Есть. Наказал? Нет, не наказал? Все, наказал. Отлично, забрал его кубик. Так, и что теперь? Что теперь? Тихо. У меня мало хп, очень мало хп. Какая-то девчонка хочет меня наказать. Так, я возьму кубик. И накажу ее сам сейчас. Есть, отлично. Осталось бойцов 4, но у меня очень мало хп. Так, она восстанавливается. Не, ну так еще куда не шло, отлично. Так, а где они там все прячутся? Осталось бойцов 3. Ну это топ-3, так, они там в кустах. Опять этот Грападура с кулаками. Эль Грападура, мексиканский боец. Тихо, он в упоре очень сильно бьет. Очень больно бьет. О, как он меня раскатал просто. Бам-бам, двоечка и все, и я лег как бы. Блин, где они берут таких мексиканских бойцов? Так, выйти. Третье место опять. Нет, ну это, конечно, все хорошо, но мне нужно первое. Мне нужно первое место. Не знаю, смогу ли я этим персонажем занять первое место. Подожди, бойцы. А кто у меня еще есть? Где этот мексиканский? Вот он, Эль Приму. Испытать. Танк редкий. Испытать, подожди, а я... Меня закинет игрок... А, нет, понял, это парк. Нет, так неинтересно. Выйти надо отсюда. Все, я думал, мне дадут его испытать. Да, нет. Тихо, так. Я думал, мне его дадут испытать на одну каточку, и я там всех раскатывать буду. Ну, нихера подобного. Так, ну у меня только один получается. Не хватает очков силы. А у меня еще же есть суперспособность. У меня есть суперспособность у персонажа, которую я не использую почему-то. Надо сейчас попробовать. Если она вообще... Ее же накопить еще сначала. Она, наверное, просто не накапливается. Так, что это за значок плохой сети? У меня хорошая сеть. Давай не рассказывай. Так, ну поехали. Пару ящиков с усилением сейчас поднять бы сначала. 10 бойцов. И все далеко где-то. Пусть они там повоюют пока, да? Между собой. Раз, два, три. Усиление есть. Они уже, наверное, очень сильны. Нет, с этим мексиканцем мы связываться вообще не будем. Какой-то Егор, который меня раскатает. Из 7 Б, да? Так, поехали. Блин, она еще очень медленная. Мне бы быстрее кого-нибудь. Надо собирать срочно эти ящики, пока их никто другой не собрал. Так, давай, 2, 3. Показывает, что у меня очень какой-то высокий пинг. Походу, так оно и есть. 5 бойцов. Пока я тут собираю ящики, их осталось всего 5. Так. А когда у меня накопится суператака, мне интересно. И где они все файтятся? 5 бойцов. Или они пока собирают усиление? Музычка такая прикольная, конечно. Так, тихо. Убью его сейчас. Или он меня, подожди. Он меня убил, да как так-то? У него не было хп. В смысле, как он меня убил? Опять третье место. Да что ж такое-то? О, боже. Так, я могу улучшить, да, теперь персонажа?
бойцы, улучшить не хватает. А как так-то? Подожди. Разблокирован новый боец. Нажми, чтобы забрать. Так. Нитро-разрушитель. И ящик какой-то, ничего себе. Ну, сейчас испытаю нового бойца. Шелли. Это какой-то, я так понял, типа боевой пропуск. Так, бойцы. Уровень силы 1. Давай улучшим. Не хватает очков силы. Ну ладно. Попробую нового персонажа. Не знаю, правда, как она вообще действует. Но сейчас все будет видно. Каждый сам за себя. Тут самые решалы, я так понял, это мексиканские. Так, тихо, а что она умеет? Подожди. Ух ты, неплохо, не дурно. Раскатываю вообще на изи. Есть. Просто разнес. Разнес типов. Ну, этим персонажем... Она, блин, она дольше ящики разбивает, правда. Но этим персонажем больше шансов на победу, мне кажется, чем тем. Давай, 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 разноси ящики. Так, хорош, молодец. А что-то 4 бойца, и никто ящики-то не разносит с усилениями, собственно. Никто их не трогает. А, нет, вот, вот, вон, есть, есть типы, которые трогают. Это мексиканский стрелок! Не, он меня все-таки вынесет сейчас, скорее всего. Суператаку? Я включил суператаку, или мне показалось? Да, да, да! Я включил огромного медведя, который сейчас будет раскатывать вместе со мной. Давай, давай, давай! Еее! Столкновение вывез. Так, 7 улучшалок у меня уже. 2 бойца осталось. И где-то прячется один АФКшник. Ну все, ну этот персонаж, это по-любому победа. У меня еще и 7 улучшалок. Улучшалок. Так. 8 улучшалок. Так, а где он может прятаться? В траве, что ли? Непонятно. Где-то крысит. Где-то... А, вон он, вон он. Так, а я могу? Да, я могу Мишку вызвать медведя своего. Ну все, это победа. Это победа. Новый перс привел меня к победе моментально. Ты лучше всех. Спасибо. О, сразу второй ранг, сразу бам-бам, жетоны. Нифига накидали всего. Блин, а мне понравилось. Магазин. Там меня ждет подарок. Какой? Очки силы. Спасибо. А, еще есть подарки? Еще подарков больше, походу, нет. Мега ящик какой-то. А, куча всего интересного или даже не очень интересного. Подожди, а где? Что это такое? Забрать. Событие захват кристаллов. А, какое-то новое событие. Подожди, а где улучшать? Какой Brawl Pass? Вот, улучшить. Не хватает. Ладно, все еще не могу улучшить. Поехали, какое-то новое событие, новый ивент. Захват кристаллов какой-то. Сейчас посмотрим. Для победы что-то там собери все кристаллы. А, мы 3 на 3. Со мной 2 мексиканца. Но это победа, ребят. Это победа. Павший БС теряет кристаллы. Поехали. Ну, мы их раскатаем моментально сейчас. А у них тоже мексиканцы. Так, мы их уделали. Пока что мы их уделываем. Вызываем медведя своего. Так, тихо, 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 тихо. Кто там бросает гранатами? Мне надо подхилиться. Так, а пока помогу своим ребятам. Тихо, тихо, тихо. Валим, валим, валим. Срочно нужен хил. Отлично, есть отхил. А мы ведем вообще или что? Сколько у нас кристаллов? Так, ну вроде мы их раскатываем пока. А у меня что, 0 кристаллов? Подожди, я должен собрать хотя бы один. То как-то не, меня сейчас убьют, да? Медведь. Медведь решает. Так, тут с возрождением, кстати. Первый раз я погиб. Не забрал ни одного кристалла, но нам надо один всего, да, осталось собрать. Не собрал ни одного кристалла, зато я раскатываю их вообще как батя. Да, синяя команда. Не потеряй свои кристаллы. Хорошо. Сколько их у меня? 0? Тихо, 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 тихо. Не драться, не драться. Вон, с медведем своим подеритесь. Ну, этот персонаж, он просто имбовый. Капец. Бой окончен. У нас победа, да, я так понимаю? Ну да, конечно. Звездный игрок. Подожди. Почему Бобус? Почему Бобус, а не я? Плюс 8.
выйти. Ну, все? Мы победили? Да, вроде как мы победили. Столкновение. Захват кристаллов. Ладно, предлагаю еще раз поиграть в столкновение. Последний раз всех вытащить. И можно заканчивать. В принципе, да. Было весело, было прикольно. Так, ну ехали. Ой, это такой же, как у меня. Такой же, как у меня персонаж. С ним опасно вообще. С ним опасно сталкиваться. Нет, 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 я вывезу его. Он линяет. Он линяет. Есть, есть, победа за мной. Хорошо. Осталось бойцов 7. Хорошо, что этот персонаж хилится, иначе бы после стычки с одним персонажем было бы очень тяжело. Так, надо идти в центр сразу, там 3 ящика. Давай, 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 не тупи. Проблемы с сетью. Проблемы с сетью. Он не хочет идти у меня, я не знаю, что делать. Ой, что-то лютые какие-то проблемы, очень плохие. Очень плохой пинг, а что такое? Я как будто бы играю на сервере Азия. Так, хорошо, не знаю, как у меня с пингом. Получится ли их вывести, но я попробую. Так, там стычка, надо вмешиваться в стычку. Валим, валим! Медведь, ну я же вызвал медведя. А что такое, что с сетью? Вроде Wi-Fi стоит. Я не понимаю, лютый пинг какой-то. Так, четвертое место, да, в итоге самая плохая катка, но я мог ее забирать спокойно, вообще смело. Персонажа дали имбово сразу на старте. Так, кейс, давай напоследок открутим кейс. Открутим кейс и заберем оттуда, что, персонажа? Ух ты, мне дали какого-то танка, редкий, редкий персонаж. Напишите в комментариях, если кто-то шарит, насколько он редкий. Мне кажется, что не особо, но если вдруг это так, то это вообще замечательно. Роза. Выбрать. В магазине что-то новое появилось. Подключись к Supercell ID и получи скин Волшебник Барли в подарок. Хорошо, давай подключимся. Скип. А, хорошо, подожди, нет, не хочу. Не хочу. В общем, как-то так. Небольшой обзорчик и первый взгляд, первое мое впечатление на Brawl Stars. Я объявляю закрытым, было прикольно, было весело, обязательно пиши в комментариях, если хочешь больше Brawl Stars на канале. Ну и не забывай, так, Роза плюс 4. Не забывай подписаться на телеграм-канал, ссылка будет как всегда в описании. 10 кристаллов, ничего себе, донат кристаллы, прикольно. В общем, спасибо огромное за просмотр, скоро увидимся.